Альдо! Альдо, что с тобой? Не волнуйся, успокойся. Успокойся, успокойся, пожалуйста. Все прошло, все уже прошло. Что с тобой, Альдо? Что с тобой? Не волнуйся, дорогой, там никого нет, никого, это просто дождь. Успокойся, Альдо, все хорошо, не волнуйся. Успокойся, дорогой, успокойся. Убери свои грязные руки от моего мужа, чертова служанка. Немедленно. Я не желаю видеть тебя рядом с моим мужем. Что, вспомнила прошлое? Не говори глупости. Это не глупости. Я не забыла о вашей связи. Прошу тебя, он в тяжелом состоянии. Все уже в прошлом. В прошлом нет. В настоящем. И имя ему Морено. Думаю, ты расстроена, что я вернулась. Ты хотела завладеть и моим сыном. Верно, Мерседес? Так же, как ты завладела моим мужем. Если бы я не появилась, у тебя была бы образцовая семья. Оставь нас в покое. Отстань и от Альдо, и от Матео, и от меня. Займись лучше своим внуком. Правда, это обязанность твоей дочери, но, судя по всему, он ей не очень нужен. Моя дочь прекрасно заботится о своем сыне, а в данный момент ребенок находится со своим отцом. Томаса нет. Он, как всегда, где-то пьянствует. Ребенок один? Почему мой мальчик плачет? Ну все, малыш, теперь ты будешь спокойно спать. Мамочка рядом. Не плачь. Не плачь, я останусь с тобой, да? Да. Морено? Да, мама. Где ты была? Только не говори, что у Лауры. Но я была у нее. Что тут такого, мама? Мама, Лаура моя лучшая подруга. С ней я обо всем могу поговорить. Полагаю, ты с ней даже более близка, чем со мной. Да. Ради бога, есть вещи, которые с мамой не обсудишь. Об этом только с подружкой можно поговорить. А ты, чем меня допрашивать, лучше бы узнала, куда подевался Томас. Похоже, что он где-то напивается, пытаясь залить свою тоску. Удивительно, что он со всем этим еще справляется. Нет, удивительно, что его подкошенное здоровье справляется с таким количеством спиртного. Это настоящее чудо. Я его не оправдываю, Том действительно много пьет. Но мне кажется, что так он на время забывает о своей болезни. Мама, не знаю, поверишь ли ты тому, что я тебе скажу. Это немного неожиданно. Но я не уверена, что Томас действительно болен. Что? Да, именно. Сегодня я была у врача, который осматривал Томаса в тот день, когда у него был обморок. И он сказал, что у него нет никаких оснований полагать, что Том смертельно болен. Тебе самой не кажется это странным? Мы женаты уже больше года. Предполагалось, что ему осталось жить всего несколько месяцев. Но ничего не случилось. Морено, прошу тебя. Что? Не надо так. Мне не нравится, что ты так говоришь, как будто ждешь его смерти. Я лишь хочу сказать, что не верю в то, что это настолько серьезно. И все. Но как можно обманывать в таких вопросах? Это ужасно. Есть очень простой способ во всем убедиться. Я позвоню доктору Родригесу. Он скажет мне правду. Постой, постой. Ты не можешь так поздно звонить доктору. Мама, разумеется, могу. Если Томас все это время нас обманывал, пора об этом узнать. Сеньора, сеньора, вы не знаете, где сеньор Фабио? Нет, а что, в чем дело? Сеньор Альдо не хотел принимать лекарства, он разнервничался и стал кричать. Как он может кричать, если он нем? Да, я знаю, но он такой ужасный звук издал, мне стало страшно, сеньора. Это как будто... Подождите, Роза, вы же профессионал, ведь так? Да. Тогда почему? Что случилось? Пройдите наверх, Фабио может быть там. Что произошло? Сеньор упал. Я был у себя, увидел его и вышел помочь. Но с ним ничего страшного, просто перепил.
Ничего. Ради бога, Том. Том! Морене не следует этого видеть. Мне очень жаль, что так случилось. Если я нужен, я останусь. Мерседес, мне остаться? Нет, Огонек, ты и так многое сделал. Большое спасибо. Иди спать. Хорошо. Спасибо. Доброй ночи. Пока, Огонек. Томас? Не волнуйся, Морена, он упал возле дома, но с ним все в порядке. Что случилось? Ты пил? Нет. Вернее, немного. Чуть-чуть. Ясно. Пойду в кабинет Кальдо. Ему я нужна больше, чем тебе. Извините. Ты видела Мерседес? Не могу пожаловаться. Твоя дочь очень внимательна. Я вижу другое. Пьяного мужа, который явился неизвестно откуда. Мерседес, не надо преувеличивать и все валить в одну кучу. Да, я выпил. Но твоей дочери на меня все равно наплевать.